Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Посмотреть рекламу, потратить 250 тысяч еды. Потратили, так, еженедельно. Опять обманули, да? Показывало, что здесь что-то есть, а на самом деле ничего там не было. Так, ну давай тогда, о! Забираем, так, важные молекулы. То есть тоже ДНК здесь выпадет? Да? Слушай, ну приличное количество ДНК нам выдали. Ну, как обычно, игра вылетает. У нас 130 забрали с тобой ДНК. Здесь отправим Оуэна, пускай разбирается. Здесь и здесь. Открыли 3 набора карточек. Ну что, пора посмотреть, какие у нас сегодня будут события. 4 штуки. Защита своей территории, плюс эволюционная борьба, дрожь земли. Дрожь земли. Сразитесь за главный приз. Угу. Дрожь земли — это хорошо, но сначала все-таки я, наверное, попробую защитить свою территорию. Что скажешь? Будем? Будем, конечно. Ох ты. Птерокетцаль. Бегизавр. Кто это такие вообще? Слушай, я, наверное, начну апатаза. Блин, нифига у него тут здоровье. Ну давай, возьмем апатазавра. Сюда мы возьмем тиранодона. А против птеродаустра нам надо будет взять эламбию, можно, в принципе. Или уэрхозавра. Я думаю, он справится, да? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай попробуем. Рискнем. Все равно мы ничего не потеряем от этого. Но он очень жирный. Ты посмотри. 4000. Это, конечно, да. Он даже жирнее нашего апатозавра. Представляешь? Кого он там меняет? Ё-моё. Вот это да. Вот это, ребята, фокусы. Что будем делать? Рискнем. Смотри, я не думал, что он будет атаковать, если честно. Ну, раз он так сделал. 1620, да? Раз, два. Погнали. Эх, вся надежда на них. На уверхозавра. Так, ну что, посмотрим, что он будет делать. Атакует. Ты представляешь, он все-таки решил меня атаковать. Неужели фейл, а? Неужели это будет фейл? Ну что, проверим. Тыщ, этого понятно, мы вырубили. Оу, 669, ребята. Неужели нам кранты? Да. Нас запинали здесь. Еще бы вот одну защиту бы взял бы. И поверь мне, было бы все идеально. Блин, ну я не хочу тратить на него птеродактиля, понимаешь? Не хочу. Но, видимо, придется, да? Других вариантов у нас, ну, нету здесь. Просто нету. Че, анкилодока взять? Давай я возьму анкилодока, так уж и быть. Плюс эдиоморфодона. Кстати, мы сейчас немножко поменяем. Вначале нам нужен кто-то, кого нам не жалко, чтобы его, так сказать, растерзали. Ну, пускай это будет эниозавр. После него берем анкилодока. И уже потом мы возьмем
А кого мы возьмем потом? А потом мы возьмем, наверное... Так, секунду. Эдди Морфодона. И уже следом будет у нас Анкилодок. Ну что ж, давай посмотрим, как у нас получится. И что вообще может из этого выйти. Естественно, он сейчас поменяется на этого крокодила. Ну и крокодил начинает тут бомбить. Он опять сейчас сделает две атаки. Одну. Раз, два, три. Раз, два, три. В топку. Так, три очка действий. Сколько он потратит? Все три. Ну что же, гаденыш, пора тебе познать всю мощь Анкилодока. Давай, 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 вызывай своего этого птеродаустра недобитого. Все, распрощаемся с ним. Можно было бы, конечно, ребята, и в первом поединке так все сделать, но тогда бы у нас бы... Как тебе это сказать-то? У нас бы тогда не было бы более сильных динозавров. Ладно, давай посмотрим, что тут дальше. Гаргазух. Кто? Дракоцератопс, ё-моё. Ну что, против Гаргазуха... Птеродактиля придется выпускать. Против этого мы возьмем Таниколагриуса. А против Дейнониха мы возьмем... Диплозуха. Эх, жестко. Неужели он этого хламона возьмет, а? Скорее всего, так и сделает. Дракоцератопс. Атаковать, как мы видим, он не стал. Давай я поменяю. Поменяю и сделаем вот так. Он опять же возьмет Гаргазуха. 100% тебе говорю. Из двух атак ушатывает меня, да? Печалька, конечно. Раз, два. Раз, два, раз. Ну что, Гаргазух свой получил. Выходит Дракоцератопс. Так, одну очку действия он потратил, да? Получается, что... Так, 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 так. И вот так. Ушатываем, конечно. И дальше у нас Дейнаних. Так, 4 очка действия он влупил. О, все, мы его, конечно же, промнем. Конечно же, друзья. На-ка, получи и выкуси. Ну что, это был только второй поединок. Еще два нужно выстоять. Или три. Я, по-моему, два. 4 битвы здесь. Гриппозух, Метриакантозавр и Диплокаулус. 556 уровень. Как тебе такой расклад? Ой, фантазеры, а. Так, вот чем мне бомбить Гриппозуха? Че, топилозавром, что ли? Ну, я даже не знаю. Или Эдиоморфодоном. Ладно, Эдиоморфодон плюс Нудагозавр. А против Диплокаулуса мы возьмем Что бы нам взять-то? Давай Пеликаниптерикса. Поехали.
Вот здесь, конечно, немножко сложновато. Рассчитать тут надо стратегически. Так, ну что, 515 к атаке. Даже если он сделает мне 2 урона, выстоим. Ух, метриакантозавр. Давай-ка я так попробую сделать. Меняйся, гаденыш. Ага. Опять же гриппозух. Давай-ка я возьму пеликанептерикса. Пеликанептерикса. И сделаем вот так. Конечно, он сейчас может ушатать нас, но он этого не делает. Он берет метриакантозавра. Ну что, пора, наверное, нам все-таки наказывать этого метриакантозавра. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Вырубили. Гриппозух. Сколько у него? 6 очков действий. Смотри, что делает. Почти все слил, это хорошо. Так, одну очку действия у него осталось, поэтому вот так нам придется сделать. Вот, он, видишь, защиту взял. Ну и остается диплокаулус, которого, я думаю, тоже мы сможем все-таки разбомбить. Так, он ничего не стал делать. В атаку. Да, раскрошили мы его. Красавчик ты мой. Победил, молодец. Так, ну еще не все. У нас последний поединок будет. Давай посмотрим, что нам. Ох, ё-моё, ребята. Одни хищники. Твою ж дивизию. Блин, мне даже поставить некого против них. Просто некого. Сколько ты стоишь на откате? $82. 159. Диплотаторы, блин, надо было их прокачивать. Слушай, ну мне кажется, нет смысла брать индоминус плюс. Если только лишь не сделать обманочку. Давай попробуем. Если обманка сработает, то хорошо. Если нет, то будет плохо все. Уничтожает. Да ё-моё, нам пришлось все потратить. Нет, тут шансов у нас на победу нету. 929. Это 1800. Наверное, сейчас крышка нам, да? Индоминус выжил. Так, ребята, Индоминус выжил у нас. Поэтому раз, два, три. На тебе. Так, остается вот последний. Секодонтозавр. 565 к атаке. Что же, он там одну, да, потратил? Раз, два. Раз, два, давай так проверим. Отлично. Давай, бей по полной. Есть, все, ребята, ему кранты сейчас будут. Хе, мы его спровоцировали. Замечательно. Ну что, получи и распишись, парнишка. Не на тех ты напал. Не на тех. На самом деле, я сам, друзья мои, немножко в шоке. Я не ожидал, что мы все-таки пройдем здесь. Дайте мне, пожалуйста, нормальную награду, а? Да какая протостега, ну. Специально, что ли, вы так сделали? Так, фараракас созрел у нас тут. Кстати, фараракас у нас, по-моему, есть один, да? Есть один. Слушай-ка, двадцаточка.
А что за гибрид? Энтелракс. Это нужен энтелодон и фараракас. Окей, мы это запомним. А здесь-то что у нас? Ага. Тут пройдите схватки 40. Награду какую-то? Нифига. Тут не одна, тут аж две награды. Ну, еда это мелочь и все. И Ютараптор, в принципе, тоже мелочь. Мелочь, как говорится, а приятно. Да? Что у нас тут? Ну-ка, дай-ка я гляну. Давай-ка мы постоянно на тираннозавра выводиться. Астафрикозавр. У нас... Ага. Так, наверное, я не буду сейчас пока прокачивать. Не надо этого делать. Потом нам следующее задание там потратить еду. Не забывай, тоже надо будет тратиться. Ну что, помещаем. Сороковка. Но он у нас уже с 40 уровня есть. А он, кстати, гибридом. А, вот. Залмадон. Залмаксес, у нас вообще его нету. К сожалению. Пока. Подчеркну, пока его нету. Так, 9000 нужно для того, чтобы нам валькирию приобрести. А потом будет саламандра. Так, ну что, следующее событие у нас какое? Это эволюционная борьба. Любой животные гибриды. Слушай, вряд ли я здесь смогу что-то сделать, потому что у меня уже не осталось. У него тоже барионикс, я смотрю здесь. Любой животные гибриды, говорят, да? А давай рискнем вот так, например, сделать. Да, что-то как-то... Что-то как-то не совсем хорошо тут получается. У меня очень мало гибридов. Вот в чем проблема. Фига он. Дейнахейр. Такой здоровый. Как будто гигантская курица. Хромоспинус. Фига название. Так, 400-400 это будет 800-1200. 1200. Пробить не смогу его, вряд ли. Вот это вот мне не нравится. Если он сейчас уничтожит, нам нужно сейчас поменяться срочно. Сделаем вот так вот. Будет он бомбить, интересно, или нет? Поменялся. В принципе, я этого ожидал и ждал, я бы даже так сказал бы. Ну что? У тебя всего лишь 1200 хп. Вырубаем его, чертовой бабушки. Хромоспинус. Такое название еще. Ах ты, жук ты. 3 очка действия потратил, 2 он себе оставил, получается, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так, что ли, нам надо делать? И Барионикс. У него 525 к атаке. Сколько очков действия? А сможем ли мы его пробить? 400 плюс 400, это 800 плюс 8600. Но у него наверняка защиту, он возьмет одну. Я рискну. А, все, проиграл. В плане? Я думал, что мы проиграем. Ну смотри, 400 плюс 400, 1200, 1800. Плюс мы ему в защиту попали. Ладно. О, фак. Таникалагриус, Эриопс и плюс Эниозавр. Хм. А летунчиков у меня не осталось, да? Но если я даже возьму, вот, например,
Ну что ему сделать, деплотатор, а? Ведь ничего. Вообще ничего он ему не сделает. И видишь, эйнеозавр здесь еще. Печалька. Просто-просто печалька получается. Давай так вот. Да иди ты. И вот так. Ох. Так, Тенникалариус. Конечно, 279 к атаке, но он, наверное, возьмет Эриопса. Он возьмет Эриопса. Так, нам травоядник здесь как бы вообще, честно говоря, не нужен. От слова совсем. Он меня типа решил прощупать, что ли, или что это такое было? Ну давай так посмотрим. 4 очка действия. Все сливает. Как вот мне уничтожить ему 3293? Вот скажи, пожалуйста, мне на милость. Так вот, что ли, если? Все очки, что мы с тобой накопили, просто пришлось... В плане я его еще не... Пипец, ребят. Я его еще и не добил. Прикинь. Ой. Да. Я его еще и не добил, к сожалению. Нет, тут я проиграл. Тут я проиграл. Эйнеозавр. Хотя, подожди, 154 на 4. Да, он меня ушатывает. Чуть-чуть буквально, ребята, не хватило. Совсем капельку. Ну, видишь, динозаврики слабые у меня остались, поэтому я не смог здесь ничего сделать. Я могу только предложить перенести. Когда оно заканчивается, это 16 часов, на завтра. Завтра попробуем пройти, ну а сейчас так давай-ка мы ежедневки. Хотя пойдем, сразимся, может быть, нам доллары выпадут, и мы сможем отыграться. Может быть, сможем отыграться. Так, возьмем уинозавра, возьму капразуха и возьму тиранодона. Что для меня это только начало, поэтому здесь должны быть противники легкие, я надеюсь. Колоборинг, ютораптор и скалозавр. Ну да, здесь более-менее такие еще простецкие. Ну что, сразу с атаки начну. Ютораптора, конечно, он возьмет сейчас после колоборинга. Как пить дать. Давай, не жмись. Меняйся. Видишь? Предсказуемый. А мы сделаем вот так. И вот так. Ну что, ютораптор, придется обратно меняться, да? Скажи, только поменялся. Теперь обратно. Надо идти. Ну что, колоборинг, я думаю, тебе кранты. Раз, два. Раз, два. На, пробивным. Давай, вызывай сюда ютораптора. Мы с ним еще не закончили. Но он, скорее всего, поменяется на скалозавра. Тот тоже не особо силен. Не то, что даже не особо силен, мы его уничтожим еще, помимо этого всего. И опять же с ютораптором. Да, парень, ты никуда от меня не уйдешь.
Я буду тебя преследовать. Где бы ты ни был. Ну давай, ходи уже. Ёрзаешь там, елозишь, как уши на сковородке. Все? Молодец, это был крик души. Ну что, даем клопа. Блин, он мне нравится, как он отбегает. Такой у него вот именно наскок идет, как у собаки, да? Бешеная собака Динго. Что-то типа того. Так, мы из детенышей переходим в добытчики. 63-я позиция. Лига добычи. Еда. Живая и мертвая. Ну что, продолжаем схватки. Преназух. Диметродон. И... Диморфодон. Твою налево. Вместо того, чтобы подзаработать доллары, я за каждый поединок трачу по 5 бакинских. Хоть рекламу смотри, да? Алангозавр, раджозавр и стегоцефал. Фигово. Я немножко на другой рассчитывал. А тут уже, гибриды пошли, прикинь. Вот тот же самый алангозавр. Я не спорю, ребята, он маленький, слабенький. Но он же пошел. Вырубаем его сразу же. Хлоп. То же самое раджозавра касается. Ну, если, конечно, он не поменяется на стегоцефала, хотя я не вижу в этом смысла. Ну давай уже, ходи, ё-моё. Сейчас тебе быстро мозги хвостом вышиблю. Бумс. Ну и выходит стегоцефал. 34 к атаке. Понятно. Понятно, почему он не менялся, потому что не особо-то он и силен, в отличие от того же самого раджозавра. Ну что, пробьем? Конечно. Все, крокодильчик свое получил. А мы получили свою победу. Так, где моя рулетка? Оу, мы выживших уже настигли. Давай, колесо удачи. Испытаем тебя. Так, 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 так. И опять еда. Схватки продолжаются. Потому что есть кем воевать. Возьмем-ка мы лабиринтозавра, ютирануса и капразуха. Наверное, надо было все-таки взять летуна. Кстати, надо будет анкилодока прокачать до десятки. И карнораптора до десятки. А то они там стоят как-то ни к селу, ни к городу. Ну-ка, проверим. Ой, детский лепет. Друзья мои, детский лепет нам достался. Хотя, подожди-ка, у него уже есть тиранодон. Мод 2, к тому же. Да-да, именно этого я и боялся. Фигово. Ну что, он будет меняться, наверное, на... Как его, пирораптор? А, иритатор. Ага, велоцираптор взял. Слушай, он взял велоцираптора. Наверное, нам пора с ним заканчивать, я думаю. Раз, два, три. Иди, сопли подотри. Иритатор, 77 к атаке, всего-то лишь. Тьфу. Не смеши меня, здоровяк. Меняйся он на птеранодона и... Иди, гуляй с миром. Но ему придется, наверное, все потратить. 3 очка действий. А, 2? Хватит ему 2? Хватило. Ютиранус. Ну, а ютиранусу хватит, чтобы уничтожить птеранодона. А знаешь, в чем проблема? Что иритатор... Сколько? Неужели...
Блин. Слушай, ну в принципе, наш лабиринтозавр, он все-таки гибрид. Я не думаю, что он будет такой сосунок. Нашего, конечно, Ютерануса завалят сейчас. 94. 5 очков действий. Сливаем абсолютно все в атаку. Мы должны его победить. Да. Мы его разнесли в хламину. Ну что, это шикарно было. Молодец, красавчик твой. Лабиринтозавр здесь побеждает. И мы... Ну, вряд ли мы перейдем на следующую лигу, конечно. Но 66-е место за нами. Так, ДНК. Следующая, конечно же, следующая схватка. Ну что, я возьму, наверное, здесь Антаркапельта. Подожди, я думаю. Возьму, наверное, Диплотатора и Алангозавра. Блин, мне бы хотя бы затраченные доллары бы мои вернули бы. Ведь не возвращают же ни шиша. Не дают мне награду в баксах. Так. И вот здесь я пожалел, что у меня нету летунчика. Летунчика нету, но зато вот здесь тоже неплохо. Сейчас мы ему тропиогоптеру как звезданем. На тебе. Ну, если только на Эриопса ему меняться. Но Эриопс, мне кажется, будет слабее, наверное, да? А, это не Эриопс, это Акантостега. А похож на Эриопса. Ну что же, я думаю, наверное, нам получится его вальнуть-то. Получится, конечно. Бумс. Так, возвращается обратно к нам Тропиогоптер со своими 117 хп и 81 атака. Смысл меняться... Прианазуха нету, да? Вряд ли. Да и что ты... Что он творит? Это, конечно, дело его, но... Он занимается ерундой. Вырубаем. И опять же Тропиогоптер. Куда ты от нас не денешься, парень? Мы тебе доколупаем сегодня. Видишь, он у меня в боевой стойке с умой, ё-моё. Это уже отчаянный крик называется. Ну что, расписываем его по полной программе. Четко. Лучше и быть не могло. Блин, красивый такой динозаврик. Мне нравится, как он выглядит. Такая гигантская ящерка. Какое место? 39-е. И... Опа! Вот это по мне, друзья. Вот это по мне. Кстати, знаете, что я забыл сделать? Я забыл вот это вот. Так, подожди. Ага. Так, здесь 23 часа. Это сколько? Ого! А тут 4 дня еще. Ну, в общем, в следующей, я не знаю, серии, когда у нас через 4 дня произойдет серия, 100% мы возьмем с тобой уровень. Так, 310 ДНК. Кстати, мы, наверное, можем что-то вывести путевое. Но у нас тут, правда, забито. Забито шунозавром. Подожди, а разве паразауролов это новинка? У меня разве нет его? Паразауролов. Слушай, а по-моему нету. Точно, у меня же его не было, я его хотел вывести. А с кем он гибридом становится, ты не помнишь? Паразауролов. Он же там с кем-то гибридом становится. Так, кого бы нам еще? Может быть, анкилодока? Ой, дипло... Блин, нет, не то. Ламеринтозавр не хочу. Эриматерий. Нет, я воздержусь.
Тираннозавр нам не нужен. Диплотатор не нужен. Но дагазух у нас есть. Тропиогоптеры всякие. Нам нужно что-то посоленее. Карнораптор. Вот карнораптор, может быть, прокачать. Анкилодок, спинораптор. Араджастека, индоминус. У нас индоминус это самый последний, да, получается. Да что ж там такое-то опять? Ага. Майонгозавр. Бонитозавр. Аллозавр. Метриоринг. Кстати, он может уже гибридом сделать их тестега. Зухамим. Может быть, зухамим. А у нас есть зухамим? Мы можем его где-то. Зухамим. Наберите 80-й. Какой? 80-й уровень? У нас 24 янтаря. Кстати, а где вообще, ребята, янтарь зарабатывается? Может мне кто-нибудь сказать? М? Мне вот интересно, где янтарь заработать? Кстати, мы с тобой не сделали обмен. Первый полученный урон снижается на 50%. Нет, это мне пригодится. Очки доверия на 120 баксов. Ну а почему бы нет? Так, очки доверия на скелет спинозавра не хочу. Это ДНК. Нет уж. Так, водоплавающий. У нас водоплавающих есть где-нибудь очень много, которых нам... Нету. А здание... Еда канозойка. О, динотерий. Давай на баксы поменяем. 100 долларов. Отлично. Итого 338 долларов. Слушай-ка, а может быть я... Что такое-то? Дай мне сюда. Может быть я сейчас смогу закончить битву. Ну, я имею в виду по событию. Так, где у нас там за монетки? Давай, поехали. Дельта. Давай что-нибудь путевое, путевое, путевое. Так, закалка. Слушай, ну ОЗ на 20% это неплохо. Увеличение ОЗшки это всегда хорошо. Следующее, что нам выдается, это слабость. ОЗ вражеского противника на 20% меньше. И несокрушимость. Такой себе. Забираем. Блин, ускорение. Ёк-макарёк. Ускорение. Мы там что заказали? Ой. Ой. Нет, так дело не пойдет. Тогда я пойду, наверное, в события. Ребята, тут, видишь, тут два поединка еще. Давай-ка мы, наверное, придержим коней. Если бы один был поединок, да, а там два. Так, нам нужно еще, наверное, канозуйку выиграть. Раз, два, три. Канезуйскую эру, ну полюбаську надо будет, помимо трех ПВП сражений. Так что сейчас посмотрим. Уртинотериум, тело космилы и плюс Паноктус. Оу, 33 и 34 уровни, вы совсем что ли брякнулись? Причем гибриды сплошные. Гибриды, я так понимаю, не круче, чем мои легендарки, даже бриллиантовые. Ну а что ты прикажешь мне? Вот Эндриотерий. А он ходит первым, да? Он меняется. Кто у нас против ледяных рулит? Паноктус, да?
Окей. Ну что, сумчатый лев, я тебе не по зубам? Вот это ты плохо делаешь. Это ты, парень, уже совсем, смотрю, заигрался. 1200, да? Нам надо брать вот это. Это будет жертва. Это будет жертва у нас. Давай, трать 3 очка своих. Красавчик. Да, жалко, конечно, нашего телка смело, но, ребят, ничего другого сделать здесь нельзя было. Меняем. Так, нужно ему 3 атаки, да, прописать? 1, 2, 3. Вырубаем, само собой. Сумчатый лев. Ну что, 3 атаки он сделает. Тем самым уничтожит моего Уртинотериума. Раз, два, три. Раз, два. Бумс. Ага, гигантский олень. Хорошо, красиво. Погнали. Гудбай. Гудбай, олень. Гудбай. Мы тебя порвали. Молодец, Паноктус. Не подвел, как всегда. Ну что, канозойку я сыграл. Приз любителя. Ох ты, 400 очков доверий. Неплохо, я тебе скажу. Так, заберем здесь награду. Ускорение. Блин, что мне делать с ускорением? А я, кажется, знаю, что. Давай-ка мы возьмем. Возьмем и сделаем. Хотя мы можем даже откат, наверное, здесь сделать. 39 минут, сколько тут? Блин, ну 20 баксов. Да ё-моё, где у нас эти десятники? Вот. 1, 2. Ну и, например, 3. Еще 5 долларов за это тратить. Понятное дело, что я здесь проиграю, но суть в чем? Сделать 3 ускорения. Я просто-напросто потом их обратно восстанавливаю. И тем самым мы сделаем с тобой 3 ускорения. Как-то так. Тут мне ловить абсолютно нечего. Так что сливаемся. Давай, бомби уже. Бумс. Бедный Джунгариптор. Дилофазавр, то же самое. Ничего тебе здесь не светит. Сейчас отхватит. Сейчас отхватит у меня. Ну и последний — это Галимим. Тыч. Ну давай, давай, давай. Я готов. Я готов отдуплиться. Все.
Вот как-то так, ребята. Теперь что я делаю? Иду в схватки. Нахожу этих самых только что проигравших моих динозавров. Вот они. И восстанавливаю. Вот и все. То есть ускорение мы сделали. Так, давай-ка смотреть дальше. Анкилодок — это все не то. А маргозавра возьму. А, так. Барионикса. И последний из магикян. Это у нас будет... Ну что, я возьму тогда Эоламбию. Больше у нас выбора все равно нету. Два травоядника плюс один хищник. Дэйна Них. Дэйна Хейр. Короче, у него хищники, а у меня травоядники. Зашибись. Лучше и быть не могло. Ладно, будем бороться, блин. А смотри, он не стал ничего делать. Ну давай, 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 что-нибудь. Соображай быстрее. Хм. Ничего опять не стал делать. Окей. Сейчас вмажет, мне кажется, по нам. Да ладно. Интересно, очень интересно. Вот так вот он решил сделать. В общем, он все полностью слил, что у него было. Давай, Барионикс, уничтожим его. В труху. Раз, два. Вот так и вот так. Погнали. Так, ну он, мне кажется, возьмет пастазуха. Ну, по стазуху тоже, ребята, кранты будут. О, даже как. Тогда поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Goodbye. Дэйна Хейр. Мне кажется, тут без вариантов. Давай по полной программе распечатаем его. Фига он такой с разбега его. Просто перекусил пополам. Ну вот она, ребят, победушка наша. Больше нам драться некем. Жалко, мы, конечно, не перешли в лигу 10 лучших. Так, дали нам еду. И забираем здесь наши награды. За ускорение и наш ежедневный пак. ДНК, доллары и еда. Плюс 95 очков доверий. Все, друзья. На этом можно закругляться. Все, что хотели, мы сделали. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.